Всем привет! Сегодня буду вязать такие тапочки. Для этих тапочек я использовала пряжу двух цветов. Пряжа у меня акриловая и спицы номер 3,5. Тапочки будут вязаться одним полотном платочной вязкой. И в конце буду делать 2 шва. На спицу набрала 54 петли. Первый ряд. Первая петля кромочная. Дальше все петли ряда лицевые. Второй ряд. Первая петля кромочная и дальше все петли ряда лицевые. Третий ряд. Первая петля кромочная. Дальше 7 петель лицевых. Провязала 8 петель вместе с кромочной. Дальше буду вязать голубой ниткой. Следующие 38 петель вяжем лицевыми петлями голубой ниткой. Провязала 38 петель голубой ниткой. На спице левой у меня осталось 8 петель. Следующий ряд вяжем так. Разворачиваем работу. 8 петель у нас остаются на левой спице не провязанными. И следующий ряд вяжем 38 петель голубой ниткой лицевыми петлями. Провязала четвертый ряд 38 петель голубой ниткой. Пятый ряд разворачиваю работу. Продолжаю вязать розовой ниткой лицевыми петлями до конца ряда. Все 46 петель провязываем розовой ниткой лицевыми петлями. Шестой ряд. Все 54 петли буду вязать розовой ниткой лицевыми петлями.
Провязала шестой ряд. Седьмой ряд буду вязать, так как вязала третий ряд. Первая петля кромочная, 7 петель лицевых, вяжем розовой ниткой. Провязала 8 петель вместе с кромочной. Следующие 38 петель вяжем лицевыми петлями, но уже голубой ниткой. Провязала 38 петель голубой ниткой. На левой спице у меня осталось 8 петель. Разворачиваем и вяжем 8 ряд. 8 ряд вяжем, как вязали 4 ряд. Голубой ниткой лицевыми петлями вяжем 38 петель. Провязала 38 петель голубой ниткой. На спице левой у меня осталось 8 петель. Разворачиваем работу и вяжем 9 ряд. 9 ряд вяжем так, как вязали 5 ряд. Все 46 петель провязываем лицевыми петлями розовой ниткой. Провязала 9 ряд. 10 ряд вяжем так, как вязали 6 ряд. Все петли ряда лицевые розовой ниткой. Все 54 петли провязываем розовой ниткой лицевыми петлями. Провязала уже 10 рядов. Следующие 80 рядов буду вязать по схеме предыдущих 4 рядов. Провязала еще 80 рядов. Вместе у меня уже 90 рядов. Такое полотно для тапочек у меня получилось. Дальше закрываем петли. Так, закрываем до конца ряда. Закрыла петли. Вот такое полотно у меня получилось. Осталось только сшить. Для этого складываем полотно пополам. Вот так. И нужно сделать два шва.
с этой стороны и с этой стороны.